будуть плавати. Пускаємо воду? Пацани. Давайте. Дівчонки. Давайте, Сережа, смотри, пустить водичку. Ух ти! Смотри. Клас. От на жильці тепер будуть. Сколько їх? 4 було? Да. Ух ти! За 3 мені буде. Сколько їх? 4 було? Рак! У нас кровати ще нету, у нас матрас. Рак! У вас будуть спецефекти ночі. Ну що, як вам? Клас. Животне, а? Назар, руками не лізь, укусить. Или їх як-то треба. Іринка, становись сюди, отак. Рак? Самий настоящий рак, пацани. Да. Вот это да, Ирина. Друзья, ну ничего страшного нету, смотрите. Она коль. Да. Коль делает, коль, да, чуть-чуть. Ириша, рак за, как там, рак за руку, греку. Рак, и папа вперед не боится, смотри, папа ж вперед. Краб подошла к дяде Сереже. Смотри, папа не боится. Смотри, дядя Сережа держит, смотри, Сережа держит. Смотри, Сережа держит как. Пускай. Мама, папа, где это? Да, там водичка. Да, и они там плавают. Это я глянь. Он произносит этот магический заклинание. Что, 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 хочешь, чтобы дядя взял, да? Давай. Будешь трогать его? Артем, там еще пиццу. Нет? Воду пускаем. Все, пускаем воду, пусть живут у нас звери теперь такие есть. Будем, будем, да. Вот это дядя Сережа удивил. Лучший подарок. Ну давай. Давай еще одного. Еще одного? Ну давай. Ну, ну, ну. И второго давай. Да хорош уже. Давай, давай, дядя Сережа. И это вот тоже сделал. Ой. Убегает, смотри. Смотри, дрожжины какие. Лаз, да, Кирилл? Ти, возьми пальчик. Не, не надо. Назар, миску не трогай. Как будем называть их? Будем давать имена? Скажи, киш, брыз. На руки взять тебя, ты боишься? А что ж бояться? Ничего страшного. Мими, нет, он хочет пройти и не будет. Дальше затекает. Обратно воду кидаем? Затекает. Раб, да, рак. Это рак. Вы затекаете уже. Сейчас он куда-то уползет. Да не уползет. Задом, прикинь, задом. Смотри, как стоит. Он в дорогу спрятался. Оля, смотри, как в сумку залезет. Смотри, как стоит. Чего, сварим будем кушать? Смотри, как стоит. Смотри, мы когда-то на рисовом поле их мешками черными собирали. Но его сваришь, у него такой жесткий панцирь, ты его не сможешь разбить, чтобы съесть. И мясо жесткое, не такое, как у нас дома. Что они чем-то другим дыхают.